Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование криминальной справы об незаконном обороте наркотиков у дочинении 48-годового гражданина Российской Федерации. Мужчина ехал из Литвы в Беларусь и перевозил свыше 59 килограммов гашишу. Мужчина ехал праз пункт пропуску Каменный Лог. У схованца яго машины мытники выкрали свыше 59 килограммов гашишу. Следствам установлено, что россиянин с 2016 года добровольно уваходил у транснациональную организованную группу, якая дейничала на территории России и у европейских краинах с мэтой незаконного отрымания выгоды от систематичной реализации гашишу у буйным памеры. Мужчина в свою чергу патлумачил, что перевозит элитный тытунь. По выниках расследования, в рамках якого была оказана правовая допомога органами России и Польши, а так само велася совместная работа с Интерполом, россиянину предъявлено обвинувачивание по шерагу артикулов Криминального кодекса. Мужчину взяты под варту. Справа передадена прокурору для накирования у суд.